Беларуси намолочено 3 миллиона тонн зерна. Наибольшие показатели на данный момент у Брестской области – почти 900 тысяч. Средняя урожайность по стране заметно выше прошлогодней. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны на 38% запланированной площади. Белорусские вузы завершают прием документов на платное обучение. В большинстве университетов зачисление пройдет 10 августа. В этот же день вступительная кампания в стране будет официально завершена. Всего же в этом году планируется принять 53 тысячи студентов. Белавия перешла на ежедневные рейсы во Внуково. Это самый близкий к Москве аэропорт. В 2023-м его соединят с одной из веток метро, так что добираться в город гостям станет проще. Также белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Домодедово и Шереметьево. Белакола планирует заменить американский аналог не только на белорусском, но и на российском рынке. Производители сохранили импортные технологии производства и обещают, что наш напиток не будет отличаться по вкусу от популярной Кока-Колы. В Бобруйском районе в прошлую пятницу горел жилой дом. ЧП произошло около 7 вечера в деревне Щадково. О пожаре сообщил сам хозяин. С его слов, все покинули жилье самостоятельно. В результате повреждены кровли, перекрытия, веранда и имущество. Пострадавших нет, причина выясняется.